Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас видеть на программе «Слово в образе». И сегодня мы с вами поговорим об иконографии события, которое определено одним словом – вознесение, и о котором в «Деяниях апостолов» сказано совсем-совсем немного. Для изобразительного, естественно, ряда сказано так: «Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстало им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы смотрите и стоите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Тема вознесения. Творчество питается нашим с вами опытом. А предел опыта – это наша с вами жизнь. И как выразить то, что невыразимо? Как выразить то, что находится за пределами нашего опыта и нашего возможного представления? Это сложная тема, когда мы с вами говорим об таинстве. А ведь если уж мы с вами рассуждаем об изобразительном ряде, о том, как Слово Божье, как истина отражается в изобразительных формах, проблема формы здесь возникает во всей своей остроте и проблемности. Как же отразить это удивительное событие, вознесение Господа в плоти своей на небо, событие, когда оставшись здесь на земле апостолы, именно теперь-то и стали апостолами, теперь начинается их самостоятельное служение. То есть, по сути дела, это ведь одновременно и рождение церкви. Пожалуй, самый древний из сохранившихся до нас иконографических типов, от памятников, в которых представлено Вознесение, это так называемый бамбергский аворий. Очень небольшая пластина слоновой кости, резьба, на которой изображена вот эта композиция. Прежде всего, здесь представлены жены мироносицы, которые пришли ко грому. И здесь же представлена гора, по которой поднимается Христос. Юный Христос поднимается, и поднимается очень стремительно по этой горе, туда вверх, к небу, где в сегменте облака мы видим вышедшую оттуда руку, и мы понимаем, что это рука Бога Отца, который принимает его. Около горы мы с вами видим, кто-то говорит о том, что это апостолы, кто-то говорит о том, что это римские воины, то есть те самые, которые охраняли гробницу. Здесь мы с вами видим две совмещенные темы – тема воскресения и тема вознесения. Это вполне возможно в рамках Древней Церкви. Примерно в это же время есть еще одно изображение, оно резное и более подробное, и находится оно в Риме. Это одна из створок деревянных дверей в церкви Святой Сабины. Вот здесь, этим круглым медальоном, наверное, мы должны с вами говорить о некой восточной традиции. Круг – воплощение небесной сферы. Это символ абсолютной гармонии, бесконечности, вечности. Здесь мы видим следы именно восточной традиции. Но только вот этот круг, он соткан из лавровых ветвей. Это знак еще и триумфа победившей церкви.
этот самый круг поддерживают четыре ангела. А по сторонам мы с вами видим знаки евангелистов. Ниже небесная сфера, и под ней три фигуры. Это фигура Преснодевы Марии, и это два апостола. Очевидно, Петр и Павел. Уже к тому времени было понятно значение каждого из них. Один хранитель мистического начала церкви, другой организатор церкви, вот как системы. Они совокупно с Преснодевой Марией и вот в этой вертикали, которая завершается помещением Христа в триумфальный круг, создают образ не только Вознесения, но и образ христианской апостольской церкви. Чуть позже мы с вами видим и первую книжную миниатюру. Это иллюстрация, которая датируется тоже VI веком. Это Евангелие Рабулы, сирийское. Мы с вами видим примерно тот же самый композиционный тип. И вот он будет пролонгироваться в восточных церквях, в миниатюрах восточных церквей до нового времени. А вот на Западе там произойдет эпоха Возрождения. Там захотят это представить, ну, что ли, более реалистично. И что в результате получается? 15 век, миниатюры, ну, например, миниатюры братьев Лимбургов, знаменитых мастеров. А можно привести еще и другие миниатюры. Их достаточно много. Изображение Вознесения, в котором проявляются попытки представить это достаточно реалистично. И что же мы видим? Мы видим толпу людей, очевидно, это апостолы, хотя они совершенно не идентифицированы, нам их невозможно идентифицировать. И они смотрят в небо, да, так, как вот это написано в тексте. Вот такова судьба западной традиции. Восточная же традиция – это традиция изображения Вознесения в храмовых росписях. И первое здесь – это, конечно, знаменитая роспись, увы, до нас не сохранившаяся, но которая заложила основы иконографические. Это роспись в ротонде храма Гроба Господня, того самого храма, который по традиции воздвигнут императором Константином Великим. Тот иконографический тип, который в них там заложен, он затем будет повторяться практически в всех византийских храмах. До нас дошел, ну, наверное, в самом в таком раннем воплощении – это церковь святого Георгия в Фессалониках. Здесь мы с вами видим в центре всей композиции изображение Христа, который благословляет одной рукой, в другой руке опущенный держит свиток. Он находится в медальоне, в круге. Это небесная сфера, которая поддерживается ангелами, а ниже мы видим представленных апостолов. Вот этот самый тип мы с вами можем лицезреть, мы можем это видеть в росписях XII века. Удивительная древность, которая дошла до нас, на знаменитые росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове. Это чудо изобразительное. Очевидно, росписи были сделаны византийскими мастерами. И мы здесь видим вот в этой вот замечательной, поразительной по светоносности красоте росписей
от которых, очевидно, идет традиция и позднего Феофана Грека, и творчества Андрея Рублева. Вот мы здесь с вами видим внутри небесной сферы голубой с золотыми звездами находящегося Христа. Вокруг этой сферы мы с вами видим ангелов с распахнутыми крыльями, которые эту небесную сферу поддерживают. И нижний ярус – изображение, конечно, апостолов и обязательно изображение Преснодевы Марии, которая находится в позе моления с поднятыми руками. По сторонам от нее два архангела и Иоанн Креститель. И вот этот купол, он как бы спускается, соединяется с той паствой, которая собралась в храме посредством парусов, на которых изображение, естественно, евангелистов, и столпов с изображением святых. Вот этот самый тип мы с вами видим еще в одном памятнике XII века. Он более севернее находится, это Старая Ладога. Это церковь Святого Георгия, замечательный памятник, являющийся классическим воплощением такого четырехстолпного крестово-купольного храма. Увы, эти росписи сохранились гораздо хуже. Ну, видимо, в связи с климатическими условиями. И они не столь многоцветны, это скорее такая вот монументальная графика, но иконографический тип тот же, и он, пожалуй, воздействует несколько иначе, более экспрессивной графической формой, потому что колорит здесь, ну что ж, определяется местными возможностями. Это в основном разные оттенки охры. И мы счастливы тем, что до нас сохранился и храм Спаса Преображения в Пскове, и храм Святого Георгия в Ладоге – настоящие росписи XII века. А в иконах мы с вами видим ведь, в сущности говоря, ту же самую композицию, только она как бы развернута в плоскости. Наверное, лучшее, что здесь создано – это икона, принадлежащая Андрею Рублеву, его последний период жизни, когда он работал в Свято-Троицком монастыре. Это икона, на которой мы видим композицию, как бы состоящую из двух частей. В верхней части перед нами Господь, который находится в небесной сфере. Эта небесная сфера поддерживается ангелами. Ниже мы видим довольно крупную композицию, центром которой является покрытая темным палием эта фигура Преснодевы Марии. Она более умиротворенна, как это, в общем-то, и обычно бывает в работах святого Андрея Рублева, и она смотрится очень контрастно на фоне двух ангелов в белых одеждах с белыми воскрыльями, которые находятся по ее сторонам. И по сторонам же Преснодевы Марии мы видим апостолов, два из которых более близко к ней находящиеся, это вот апостолы Петр и Павел, да, это все тот же самый образ церкви, совокупно это образ христианства как мира, верхняя церковь, это, конечно, церковь торжествующая, и то, что мы видим внизу, это образ церкви апостольской, церкви воинствующей, за нас сражающейся. Вот такова иконография Вознесения Господня, которая сложилась, повторяем, довольно рано, и на Востоке, в восточной ипостаси христианского мира, сохранилась практически без изменений на протяжении долгих веков. На этом, пожалуй, мы с вами и закончим. Всего доброго, до свидания.